Всем привет! Решил вам показать, как проходил процесс озвучки нашей игры. Самое забавное, что Эля на тот момент не подозревала, для чего все это делается. Тогда я просто попросил ее помочь, так скажем, с озвучкой, ну и, в общем, не говорил зачем. Короче, все это время она думала, что это делается вообще для какого-то видеоролика, ну а я решил весь этот процесс записать. Вот как-то так. Че-то ничего нет? Сейчас. Секунда. Чего? Так, файл. Загрузить. Файл пошел. Петарда отправлена. Все, иди делай кофе и приходи. Можешь почитать пока. 60 фраз. Меня слышно вообще? Да, охренеть. Но это быстро. Почитай сверху, подожди. Видишь, короче? Сейчас, подожди, кофе сделаю. Все, молчание, Блэкстар. Все, ты записал? Пойдет такая фраза? Да, все, хит просто. Но смотри, можешь пока ознакомиться. Я, короче, звукорежиссер сегодня буду. Мне нужны эмоции. Нанести главный удар и победить. Звучит несложно. Нормально? Подойдет так? Сейчас бубнёшка, что за бромит? Дайте мне актерскую игру. Нанести правильный удар и победить. Звучит несложно. Арма 3, полная говна. Формила говно. Как бромит. Какой кошмар, но меня это не остановит. У тебя нет шанса. Сейчас я запишу, как это делается. Того, кто проектировал этот город, определенно крыша поехала. Ты не сможешь победить меня, моя победа — это лишь вопрос времени. Сейчас будет такая шипзданутая, что мало не покажется. Ах, вот и так, ну ничего, я могу еще лучше. Ну, бля, как мне это озвучивать, я вообще не умею. Ах, вот и как, ну ничего, я могу еще лучше. Вот, блин, видишь, у тебя хорошо получается. Да что ж ты эмоции, надо поверить в это. Надо, ужасы, надо как не... ты вообще дошел до этого? Надо уничтожить все, что это мне... Что это? Блять, Блэкстоун, ты что там меня хочешь куда? В это, чтобы за мной в ФСБ приехала потом? Ну да, почему бы нет, надо же как-то доставить. Я Леонатор 3000, сейчас я разнесу этот город в клочья. Так, дай мне минуту, это не так просто, как кажется. Думаешь, оружие имеет значение? Я без оружия могу всех победить, блять, что это? Ой, что-то пошло не так, сейчас мы исправим это в мою пользу. Почему такой жест... Блядь. Что это? Читай этого гарда. Почему такой жестокий? Вот я, например, добрый... Да, добрый и милая девушка. Ага, это прям про меня, блин. Бери пример с меня. А как вот это? Это как озвучивать? И это все на что-то способен? Это что, на что ты способен, да? Да? Все, ты меня разозлил, теперь я не отвечаю. Что такое не получилось, но может в следующий раз повезет. Иди в сторону, не мешайся. Это и правда весело, но ничего лучше, чем победить в этом безумии. Нет смысла предлагать ничью, я тут до победного конца и точка. Сейчас я тебе твою самоуверенность в жопу запихаю. А, нет, тут по-другому написано. Тоже сойдет. Нормально. Сейчас я тебе твою самоуверенность... О, отлично, это вырежем. Да, не ожидала. Блэкстоун не может, Эля поможет. Все как обычно. Ой, ты бы мои фразочки видела, на самом деле. Там еще тот... Ты можешь побеждать сколько хочешь, но только после меня. Ну ты гад, самый настоящий гад. Будем смотреть на это оптимистично. Ситуация непростая, но требует особого внимания. Блэкстоун, ты рано радуешься. Настоящее веселье только впереди. Блэкстоун, ты рано радуешься. Тебе вообще не стоит радоваться. Пошел ты нахер. Так вот, да? Неплохо, но до меня тебе еще далеко. Неплохо, но до меня тебе еще далеко, и ты не скоро доедешь. Понятно? Все, пока. Победа это не главное, главная часть это не про меня, я должна победить этого камня. Огородного камня. Эй! Тируем. Огородного камня.
Вот Я там сейчас так. тоже подредактирую со своей стороны кое-что, блин. Дайте мне большую пушку, и вам тут устрою настоящий апокалипсис на всю жизнь запомнить. Забавно, не ожидала, что ты вообще можешь попасть в цель. Ой, тебе микрофон сдох. Это... У тебя микрофон пшикнул чего-то там. Пшикнул? Да. В смысле? Меня что, уже пасут? Алло! Да-да-да, подключились ФСБшники, мне кажется. Алло, алло, ФСБ, да. ФСБ, это не то, что вы подумали, это просто он какие-то фразы хочет, чтобы я записала, я вообще не виновата, и арестуйте того, кто сидел за клавиатурой. Все, пока. Скажешь это на допросе. Ну все, мы записали угрозу президенту, в принципе. Пока. Иди в задницу! Блять. Там дальше ниже еще есть. Но они короче. Вот эти, да. О-о-о! Надеюсь, никто не пострадал. Я старалась, это еще не конец. Ха, вот так вот. Не ожидала такого, погоди, это еще не все. Главное, знаешь, что делать? Смотри, смотри, главное делать, ну вот, типа, зачитала, и сделай паузу, ну, чтобы переключиться на другую. Просто если так читать, то монотонно все получается. Ну, это понятно, ну, это, блин, Блэк, это не за 5 минут. Я так не умею эмоции озвучивать. Я ж никогда ничего не озвучила. Но я буду тебя специально бесить сейчас, чтобы эмоции были. А, ну... Ого, это было круто уже. Блин, дайте у меня попрошайничать это. Да-да, вот это плохо. Сейчас я его доем. Ого, это было круто. Ужас, интересно, что будет дальше. Ну, надо еще найти. Тебя... Надо еще найти правильное расстояние от микрофона, просто ты как будто сейчас кричишь, прямо вот бьет. Да? У тебя насколько близко сейчас ты от микрофона? Ну, я всегда близко в него говорю. Попробуй на 4 сантиметра подальше, я хочу звук просто послушать. Вот так лучше. Еще что-нибудь, прочти какой-нибудь текст. Эй, почему так мало? Я хочу больше. Да, вот так лучше. Просто когда было близко, вот прямо этот эффект неприятный такой немного. Не поняла сейчас. Ну, когда ты слишком близко, как будто удар такой, его слышно. Да, я бью своими звуковыми волнами тебя. Нормально. Нормально. Короче, смотри, если есть что дополнить... Пиздец какой-то происходит, но мне нравится. Пипец, что это такое? Заменить на матное слово и запикать. Эй, слишком много пиканий. Но тут у тебя уже никаких шансов, пиздюк. Добавим такую фразочку? Это же будет президент слушать. Аман, пойдем. Не надо мата. Там же написано «добрая, милая девушка». Какого черта? Сейчас мы будем исправлять тогда. В смысле «добрая, милая»? Ну, кто тебе об этом сказал? Ты вообще видишь, как я общаюсь? Ну, так ты что придумал-то? Как это? 4 года общения и сделали такой этот да, вывод. Почему да. нет? Отличный вывод. Просто к этому «добрая, милая девушка» надо ставить, когда я тебя херососила. Матом-перематом. Прям вообще такая это... добрая и милая. Да. 31-я фраза. Вам всем пиздец. Записали. Окей. Вот блин, на самом деле это, ну, как будто простые фразочки, на самом деле, бля, это так сложно думать было на самом деле все это. А это от чего? Что будет? Это увидишь. Я надеюсь, что будет. Я над своими голову ломал 3 часа, наверное, блин. Скинь свои. Нет, они спойлерят кое-что, я не хочу их пока кидать. Но они примерно такие же, в таком же стиле. Короче, вот так. Кинь. Давай. Я могу первые 5 скинуть, хорошо. Блэкстоун. Ты должен сейчас скинуть мне файл, который называется не Эли Рич, а Блэкстоун. Я жду. Ну, Эли. Снести все к чертовой матери, после этого памятник в честь меня.
Ты никогда не будешь номером один, думаю, не нужно. Объясняй, кто уже занял это место. Холст есть, осталось взять кисть и сотворить шедевр. А все будет иначе. Я тебя специально провоцирую, короче, тут конкретно. Чё? А чё за седьмая фраза? Да. Хайся, ты всегда будешь на втором месте, сейчас отредактируем. Нет, ты можешь придумать на нее ответ, но ты не сможешь отредактировать мои цитаты. Блять. Ты всегда будешь номером один, может раз сколько хочешь. Тебе ничего не сделать. Да. О, Эля учит английский язык. Да, я давно подписана. Тут фразочки присылаются с переводом. Но я, если честно, только две фразы прочитала, и все. Давно уж подписана. Я на самом деле пока свои фразы еще не озвучивал, блин. Надо определенное настроение поймать к этому. Сейчас я тебе поймаю, блядь, настроение. Ты можешь стараться сколько хочешь, но запомни, пока я съеду, ты будешь на втором месте. Пока ты на первом месте, я тебе в задницу вставлю штык, прокручу на 360 градусов, и ты пойдешь нахер, а я встану на первое место. Все, ГГ, ВП, Блокстоун, ты... До свидания. Нужно больше страсти, неубедительно. Где эмоции? Неубедительно, Блокстоун. Я приеду к тебе, насру тебе под дверь. Ты выйдешь? А потом... Ты будешь это упирать? Нет. Потом придет Дейзи, насрет тебе под дверь. Потом придет Кредо, насрет тебе под дверь. О, там целая очередь. Да, потом Бромит. И все подряд будут тебе под дверь какить. Ну, можно не под дверь, а там на грядке. Там можно прямо на тебя. Нормально, пойдет. Так, добавить 31-ю фразу. Сейчас такое добавим. Так, Дейзи вроде успокоилась. О, записали. Там не так, пишет? Дейзи вроде успокоилась. Просто надо понять интонацию. Ну, подожди, включи текст. Так. Нанести правильный удар. Но я не могу твои. Звучит несложно. Нанести правильный удар и победить звучит несложно. Нормально? Да. Не, ну это как-то слишком, наверное, наиграно. Нет, ты можешь некоторые специально наигранно делать. Хорошо, не, на самом деле хорошо, если некоторые будут отличаться по интонации, допустим, вот на серьёзное, другое наигранное. Не, ну это понятно. Тут главное разнообразие, реально. То есть каждую фразу ты под свое настроение должна озвучить. А ты все сейчас записываешь, чтобы если вдруг получилось вырезать? Ну я просто включил по приколу запись для памяти, а именно для записи я отдельно включу запись. Поняла. Как ты будешь готова? Так я так не буду готовить, тебе все равно придется это. Ну ты смотри, вот допустим, ну и к примеру, нанести правильный удар и победить звучит несложно. Делаешь там паузу, допустим, ну типа переставляешь на вторую. Да подожди. Так, вот это я сохраню. Ой, бляха-муха. О, бляха-муха. Все, хватит. 32-я фраза. Ой, тебе пизда. Так. А ты думаешь, оружие имеет значение? А я без оружия могу всех победить. Это вообще пиздец. Так. Нанести правильный удар и победить звучит несложно. Может, вот так как-нибудь? Может быть. Типа оптимизм там, да? Да, и записывай. Нет, ты, подожди, ты ну ты готова? Я включу запись, когда ты будешь готова. Ты понимаешь, просто что смотри. Я так не смогу? Я сейчас каждую фразу буду по три раза переделывать. Да, я понял. То есть так не получится, как ты хочешь, чтобы я все вот эти... Иначе это получится монотонно. Просто смотри, если включу запись, ты особо тогда... Ну, ты типа зачитала... Ну, хорошо, ладно, посмотрим, что будет. Давай попробуем. Так.
Ладно, тогда я уже включил, но ты начинай, когда ты будешь готова. Никаких отчетов я не буду давать, чтобы не отвлекать. Окей? Давай. Так. Нанести правильный удар и победить. Звучит несложно. Записал? Я не прекращаю запись, я потом буду вырезать все. Можешь еще раз зачитать, если хочешь. Ну, надо зачитывать еще раз? Не-не-не, как считаешь? Ну, вроде нормально получилось. Нормально? Ну, ты мне тоже говори, я же не знаю. Ну, я слушаю. Я звукооператор или как там, режиссер. Какой кошмар! Но меня это не остановит. У тебя нет шансов. Сейчас я тебе покажу, как это делается. Нормально. У того, кто проектировал этот город, определенно крыша поехала. Потрясающе. Хватит комментировать. Знаешь, как будто этот, как его, блин, оператор, блин. Какую-то порнуху записывает. Так, потрясающе, блин. О, больше страсти. Давай дальше. Все. Тя. Ты не сможешь победить меня. Моя победа — это лишь вопрос времени. Вот это сложно сейчас будет. Так, тут нужен смочить. Гнев. Угу, чё. Сейчас будет такая шипзданутость, что мало не покажется. Нормально. Ах, вот и так? Ну ничего, я могу еще лучше. Так, подожди, что-то в начале какой-то был звук непонятный. Ну-ка еще раз седьмую. Ах, вот и так? Ну ничего, я могу еще лучше. Нормально. Ужас, и как ты вообще дошел до этого? Норм. Уничтожить все живое, да мне в этом нет равных, смотри и учись. Нормально. Я Элеонатор 3000. Сейчас я разнесу этот город в клочья. Next. Так, дай мне минуту. Это не так просто, как кажется. Good. Думаешь, оружие имеет значение? Я без оружия могу всех победить. Великолепно. Ой, что-то пошло не так, да? Сейчас мы это исправим в мою пользу. Next. Почему ты такой жестокий? Вот я, например, добрая и милая девушка. Бери пример с меня. Нормально. Дальше. И это все, на что ты способен? Ну все, ты меня разозлил. Теперь я за себя не отвечаю. Отлично. Так. Что такое, не получилось? Ну, может быть, в следующий раз повезет. А пока отойди в сторону и не мешайся. Good. А это и правда весело, но нет. Блять, куда вообще? Так и оставить. Ой, блядь. Это какая-то 18-я была, да? Да, 18-я. А это и правда весело. Но нет ничего лучше, чем победить в этом безумии. Как это-то? Тут надо, мне кажется, с гневом больше. Нет смысла предлагать ничью. Я тут до победного конца и точка. И точка. Да.
Сейчас я тебе твой сумме... Ах, сука! Вот это надо оставить. Блин, это сложно, ща. Сейчас я тебе твои сумми... Столько, блядь, не получается! Я не могу, я в этом слове сразу. Сейчас я тебе твои самоуверенности на грудь, знаешь, куда затолкаю. Я понимаю, подожди. Сейчас я тебе твою самоуверенность и наглость, знаешь, куда затолкаю? В одно место, огромное и темное. Эй, что за импровизация? Нормально. Придерживаемся текста. Ну что, не нравится? Попробуй еще раз. Окей. Сейчас я тебе твою самоуверенность и наглость, знаешь, куда затолкаю? Да. Куда же? Дальше. Да, не ожидала. Блэкстоун не может, Эля поможет. Все как обычно. Классика. Ты можешь побеждать сколько хочешь, но только после меня. Гад. Ну ты гад! Самый настоящий гад! Хм. Будем смотреть на это оптимистично. Ситуация непростая, но требует особого внимания. Нормально. Блэкстоун, ты рано радуешься. Настоящее веселье только впереди. Факт. Неплохо, но до меня тебе еще далеко. Победа — это не главное. Главное участие — это не про меня. Я должна победить этого огородного камня. Дайте мне большую пушку, и вам тут устрою настоящий апокалипсис. На всю жизнь запомните. Еще чуть-чуть. Забавно. Не ожидала, что ты вообще можешь попасть в цель. Так. Не могу, блин. Не пытайтесь понять женщину, а то не дай бог еще поймете. Все, перерыв, попей воды. Нормально, я уже супер. Попила. Если хочешь, можешь 31-й добавить, хотя я там уже 31-й наметил. Можешь тебе написать. 31-я цитата. Блэкстоун. Блэкстоун, тебе хана, я запихну тебе палку в жопу и прокручу на 360 градусов. Окей. Ладно. Так, теперь вот этот, да? Да. Надеюсь, никто не пострадал? Да. Я старалась, это еще не конец. Угу. Ха, вот так вот? Не, это не вопрос, это утверждение. Типа, ха, вот так вот. Ха, вот так вот. Отлично. Туда его. Не ожидал такого? Погоди, это еще не все. Нормально. Пипаркука всем покажет. Ого, это было круто. Ужас! Интересно, что будет дальше? Ну, теперь-то у тебя точно нет шансов. Так, чуть-чуть переозвучить, там какой-то стук был. А, это я локтем ударилась. Ну, теперь-то у тебя точно нет шансов. Отлично. Эля молодец, Эля победит. Хорошо. Может, большая палка и сильно лупит, но я и без нее прекрасно справляюсь.
Отлично. Превосходно! Восхитительно! Мне вот интересно, что же ты теперь скажешь? И мы идем дальше. Кто молодец? Я молодец. Так. Ну что, Блэк, сдаешься? Пипец какой-то происходит, но мне нравится. Окей, дальше. Но тут у тебя уже нет никаких шансов. В следующий раз возьму что-нибудь помощнее. Так. Эй, почему так мало? Я хочу больше. Так. Вот это прикольная фраза. Парам-пам-пам. Жесть, я не ожидала. Отлично. И что теперь делать? И пожалеешь ты о том дне, когда перешел мне дорогу? Нормально. Это было слишком просто. Даешь хардкор! Окей. Так, еще чуть-чуть. Интересно, я смогу побить свой личный рекорд? Хорошо. И только попробуй меня обыграть. Получишь подушкой по лицу. Тут нельзя торопиться. Нужно обдумать следующий шаг. Никогда не давай страху поражения удержать тебя от игры. Супер. Интересно, как быстро они восстановят целый город? Так, еще две фразы осталось. Я вошла во вкус. Блэкстоун, тебе хана. Финал. Вот это взрыв! Так красиво! Хочу еще! Отлично. Снято! Да. Можешь, кстати, тут тоже 31-й добавить. А вот это и будет 31-е, кстати. Нормально, тут... пойдет. Да, супер вообще, отлично. Спасибо. И чё, когда это что-то будет? Когда я могу наслаждаться тем, как я тебя херососила? Ровно тогда же, как я тебе буду. Особенно 31-й фразе. Окей, посмотрим, что... Я тебя прибью, Блэк, если там что-то будет, что якобы я вообще дно, а ты нет. Ну, тебе пиздец тогда. Короче, смотри, на Первом канале выпуски новостей там будет, в общем, послание президенту. Нормально, нормально. Спасибо. Халасу. Мякушка. Да. Кстати, звук хороший, блин, я думал, будет хуже. Да? Да. А ты что, уже слушаешь? Ну, я же записываю это. Ну, в общем, вот так вот и была сделана озвучка для нашей игры. До последнего момента она не знала, что это все делается для игры, думала, что будет какой-то видеоролик, но в любом случае получилось оно как-то вот так. В общем, забавно. Что ж, спасибо, что посмотрели данный видеоролик. Всем пока.